بی حافظی رو زنبو برخلا بسو من نهد ایچ برانسی در بخلا По статистике можно с уверенностью заявить, что главной причиной разводов является отсутствие религиозных знаний, семейных ценностей, и лишь в некоторых случаях это действительно веский повод для развода. Уже 948 семей воссоединились в Чеченской Республике. По программе «Инициатором», которой выступил Рамзан Кадыров, проведено более 4000 мероприятий. Мой знакомый развелся с женой, потому что она занялась мошенничеством и задолжала около 2 миллионов рублей людям. Он не имеет понятия, на что она их тратила. В результате развелся. И вот на днях эта примирительная комиссия приводит экс-жену моего знакомого в его дом и говорят: «Будешь с ней жить». Она ему не нужна, но у него не было сил противостоять власти. Вы не понимаете, как много в Чечне людей в разводе, которые хотели бы соединиться, но эта мужская гордость мешает ему сделать первый шаг к примирению. Это благое дело, если с обеих сторон все по обоюдному согласию. Но я возмущен насилием, как бы под прицелом навязывать тебе: вот тебе жена, будешь с ней жить. Или: это твой муж, живи с ним.